Исполняющий обязанности председателя правительства Республики Ингушетия Муса Чилиев провел рабочее совещание с его вице-премьеров, в работе которого также приняли участие исполняющие обязанности министров финансов и строительства Республики Магомед Башыраушев и Абубакар Мальсагов. Начали совещание с темой платежной дисциплины за коммунальные услуги. В последнее время вопросу сбора платежей с населения уделяется особое внимание. Муса Чилиев поинтересовался у присутствующих, как исполняется поручение сбора долгов с работниками министерств и ведомств Республики. Было дано поручение руководителям бюджетных организаций провести работу со своими коллективами по оплате платежей за потребленные услуги. Соответственно, исполнение должно быть максимально полным, сказал он. Далее участники совещания перешли к обсуждению темы трудоустройства краснодипломников. По словам его премьер-министра, в этом вопросе не должно быть формального подхода. Трудоустроенных выпускников-отличников необходимо контролировать, чтобы избежать случаев, когда работодатель предоставляет рабочее место лишь на временной основе, отметил Муса Чилиев. Бекхану Аздоеву поручено взять контроль над трудоустроенными выпускниками и отработать вопрос с теми органами власти, которые не предоставили рабочие места. На рабочем совещании обсудили также подготовку к новому учебному году и проведение уроков мужества, один из которых посетил глава республики Инсбек Евкуров. Кроме того, на повестку дня вынесли вопрос организации и проведения Ингушских игр. Это событие общенациональное и общереспубликанское, следовательно, и уровень организации должен быть соответствующим. Сделать его массовым и красочным – наша обязанность. Праздник должен стать запоминающимся и ярким, подчеркнул его представитель правительства Республики Ингушетия Муса Чилиев. Пресс-служба правительства.